В Лондоне все живет ожиданием предстоящей коронации Карла III. Магазины, заполненные сувенирами, улицы украшены, идут репетиции церемонии, которые нарушат светскую традицию. Впервые на коронации британского монарха, который также является главой англиканской церкви, будут присутствовать мусульманские, индуистские, сикхские и еврейские религиозные лидеры. Равин Лондона приветствовал это историческое решение. Our history hasn't always been so simple, and we haven't always lived freely, we haven't been able to practice our religion, but knowing that King Charles acts this way and speaks this way is tremendously comforting. Это чувство разделяют и другие религиозные общины Соединенного Королевства. It is the same sense of belonging in these places, and I think there is no one better who could express this than the monarch. Не пренебрегая давними британскими традициями, Карл III хочет, чтобы его коронация стала своеобразным плавильным котлом культур королевства и чтобы каждый чувствовал себя на ней представленным.